Ух ты, и снова я, Александр Кривола, печенеки. Ребята, Пион Ред Шарм. Сегодня 6 июня 2020 года. Цветет Пион Ред Шарм. Смотри какой. Красавец, а? Ну не красавец, ребятка. Еще день-два. Лепесточки будут опускаться. Смотри. Ну не красавец, ребятка. Вот этот вот только распускается. И это, смотри, красавица. Маленький красавец. Если так рядышком поставить их, а? Какая красота. Люблю я пион. А вот этот, смотри. Тоже. Только распускается. Красота. Что? Дело в том, что дождик. Идут дожди. Это сейчас буквально 2 часа нет дождя. А то идут дожди, и наш пион разложился. Там вербенник рядышком растет. Ну, я обалдею, ребята. От этого пиона я обалдею. Ред Шарм. Пион Ред Шарм, и я обалдею. Ну, все, ребятка. Всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Криволап. Печенеги. Пока-пока, ребятки.